Сразу же, после выхода сюжета с просьбой о помощи девушке, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, на редакцию обрушился шквал звонков. Многие солдинцы хотели помочь Ольге Сиделковой. И помогали. Передавая вещи для малыша и для нее самой, отправляя деньги на расчетный счет и просто поддерживая добрым словом. 15 мая у Оленьки родился сынишка. И как они планировали еще с Романом, мальчика назвали Артемом. А в воскресенье 20 мая, в день выписки, Олю встречали знакомые и друзья. Сегодня у меня самый счастливый день. Нас с Артемкой сегодня выписали. Я хочу сказать большое спасибо всем солдинцам, всем, кто откликнулся. И рада, что вокруг столько хороших людей, что меня поддержали. Каким бы был наш мир, если бы в нем не было столько добрых людей? Благодаря неравнодушию сотен солдинцев у Ольги теперь есть все необходимое для маленького Артема, да и для нее самой.